Итак, урок химии. Сколько элементов в таблице Дмитрия Ивановича Менделеева? Какой сложный вопрос. 120 точно есть. Да? Последний радиоактивный, будьте бдительны. Какое атомное число мне давай ртути? Так, ну это вообще уже прям 88. Квиз пошел. 88. Какие бывают реакции? Бывают реакции разложения, соединения, замещения и... Разложение. Разложение. Это я тебе подсказываю, движуху. Ну ладно. Судя по тому, что ты не модель, почему-то все думают, что ты модель, правильно, потому что ты красотка. А химия – это твоя обычная работа для прикрытия. Вот, поэтому все, что по ядерной химии, все у нас к Галинушке. А все, что по красоте, у нас все вот здесь. Вот, да. У нас все вон к Рублеву, вот видите, вон там Сергей Юрьевич, вот, он завидует всеми красивыми женщинами. Сейчас я вам покажу. Вот тут красивая женщина, кто? Вот Леночка Полякова, я в парике. Потому что я сейчас лысая. Вот. Шаповалова Настенька хорошо поет. И мы вас ждем всех 28-го. Никитский бульвар, дом 7А. Приходите, господа. Я буду вас всех встречать горилкой в музее Гоголя.